Привет, привет! Я сегодня буду показывать свой небольшой заказ, который я сегодня забрала от Faberlic, и буду рассказывать, что же я заказывала. Кстати, вот заказала, наконец-то дождалась, вот свои шортики-велосипедки, вообще они просто нереально классные, тоже про них расскажу, и фотографию, как они смотрятся, я прикреплю в конце видео. Так, ну что, давайте по порядочку. Самое первое, это у нас новый бумажный каталог. Честно скажу, я каталогом не пользуюсь уже довольно-таки давно, я смотрю все на сайте. Ну, тут не знаю, что-то мне захотелось его заказать, посмотреть, в руках подержать, да, может быть, показать кому-то. Вот, ну, классно, такой прям красивый, красочный, мне он очень понравился, я его уже просмотрела, много новинок. Вот, кстати, следующий, первый шаг, у нас опять будет стартовая программа, поэтому вот такие вот подарки будут для новых покупателей в 12-м периоде. Так, бумажный каталог, идем дальше. Я заказала концентрат активатор густоты волос, это такие ампулки, когда-то я пользовалась, правда, непродолжительное время для роста волос, тоже такого же плана есть ампулы, вот, надо будет тоже там попробовать еще раз потом их заказать, вот, но сначала решила я начать с этих, вот этими я, кстати, не пользовалась, для роста волос, да, я пользовалась серией, а именно для густоты нет, поэтому посмотрим, что получится, вот также к ним заказала еще шампунь активатор густоты волос, вот. Так что посмотрим, попробуем. В принципе, я на свои волосы не жалуюсь, но, как всегда, да, хочется, чтобы были еще пышнее и еще гуще. Вот такие вот ампулки. Кому интересно более подробно узнать, можете либо приостановить видео, почитать, либо по артикулу поискать его на сайте, артикул 1693. Так, это вот у нас такие ампулы, откладываем их в сторону. Так, и вот такой шампунь. Тоже с этой серии, там много разных средств. Так, здесь артикул 1691. Точно так же можете поискать на сайте, посмотреть, либо приостановить видео. Так, дальше заказала себе одну вот такую масочку. Это новинка из серии этих масок, они мне реально очень нравятся. Кстати, у меня есть такая задумка заказать каждую маску, да, вот из этой серии, чтобы по одной было и посмотреть, попробовать, потому что я пробовала, честно, еще не все. Но классно, они мне нравятся, они тканевые, там очень много внутри вот этой вот жидкости, да, пропитки. Реально очень-очень хороший и эффект, потом очень классный, кожа тоже приятная, такая гладенькая, прям как будто бы наполняется влагой. Так, это у нас молодость, вот, гранат, так что тоже посмотрим, попользуемся. Но эти маски этой серии мне очень нравятся. Так, идем давайте дальше. Заказала я еще себе вот такой укрепляющий бальзам. Из этой серии я пользовалась немножко другим шампунем и бальзамом. В других упаковочках, по-моему, розового цвета были баночки. Честно скажу, в розовом цвете, который баночки, сейчас, кстати, я посмотрю. Так, вот, хочу продолжить, про какой шампунь я говорю. То есть вот этот вот розовый шампунь, да, из этой серии, и такой же бальзам, сейчас этого шампуня нету, мне не подошли. Здесь питательный шампунь сакра для всех типов волос. Но по факту, как я поняла, он больше не для всех, а реально больше всего подходит прям для очень сухих волос, потому что он супер-мега питательный. И для моих, так скажем, более или менее нормальных волос, в принципе, хоть я и крашу их, да, где-то концы немножко суховаты, но так, в принципе, где ближе к коже головы, этот шампунь, он очень прям питательный, ну, на самом деле, поэтому это, ну, для действительно очень-очень сухих волос, тогда он подойдет отлично. Дальше, да, то есть розовый я показала и решила с этой серии заказать вот такой вот белый, укрепляющий бальзам, то есть не питательный, а укрепляющий. Укрепляющий бальзам Камелия. Посмотрим, что получится, вот белым я не пользовалась, белой серией я не пользовалась. Так, идем дальше. Дальше у меня в заказе был вот такой концентрат пищевой прессованный, No Stress. Вот такой тоже мы заказываем, дружно принимаем, нам очень нравится. Это уже, наверное, третья баночка у нас, да, идет. Это мы с мамой на двоих пользуемся, скажем так. Тоже как бы очень хороший, в принципе, подошел ей, подходит и мне. Вот составчик его, на сайте можно почитать полностью описание. Нам подходит, для нас он действует на нас, скажем так, поэтому тоже уже не первую баночку заказа. Так, дальше идет вот такое, накидка для окрашивания волос. Сейчас разверну, покажу. Вот такая эта накидочка, она такая прям гладенькая, да, написано Faberlic. Она довольно-таки большая. Здесь, кстати, на липучках. Я уже ее вскрывала, смотрела, мерила. На мою шею оно великовато. Так, вот. На мою шею оно великовато, но в любом случае нужно будет, например, что-то еще подкладывать, если что. Вот. Ну, а так, в принципе, я думаю, что она и так подойдет, потому что я сама себя, в принципе, крашу. И мне самое главное, чтобы никуда она не ляпала, не капала. Вот. Плюс я также буду использовать для папы. Почему? Потому что я его стригу, да, и тоже, чтобы, соответственно, эти волосы на него не сыпались, никуда не засыпались, не западали, не кололи, как говорится. Вот поэтому долго я думала по поводу этой накидки. Давно на нее, честно признаюсь, смотрела, вплоть до того, что даже несколько лет. Ну, и тут как раз-таки, не знаю, решилась, потому что это не только мне, вот, так что будем с папой вместе пользоваться. Ну, самое интересное, переходим к шортам. Так, это у нас вот такие шорты, велосипедки, они черного цвета, и тут здесь просто у меня светит яркое солнце. Так, что я могу о них сказать? Они просто идеальные, если честно. Они не очень плотные, сразу скажу, что они не плотные, они такие тоненькие, очень приятные. Я их заказывала в размере XS, по-моему, вообще даже не снимала я эту штуку. Вот, и взяв их в руки, я чего-то подумала, что они мне будут малы, что они мне будут давить. Так, кстати, вот, да, XS, получается, состав 92 хлопок, 8% эластан. Вот ихний артикул, цвет черный, есть и другие цвета. Вы знаете, честно признаюсь, что после того, когда я получила эти и померила их, фотографии я приложу в конце видео, как на мне они смотрятся, я реально задумалась была о том, чтобы заказать в других цветах. Единственное, что сейчас уже скоро лето закончится, да, я особо не спортсмен, поэтому носить их по факту будет некуда. Так, то есть они реально очень классные, они тонкие, они сидят просто отлично, не жмут, не пережимают. Я переживала, что как будто бы они мне будут малы, мне так показалось, когда я их взяла в руки.
Вот, когда я их взяла в руки, я думала, что, возможно, мне будет давить резинка, потому что она мне казалась довольно-таки жесткой, но нет. Когда я их одела, девочки, вам просто не передать, какой это кайф для тела. Во-первых, они очень мягкие, они настолько классно прилегают к телу, они прям не чувствуются, как будто бы. И резиночка, она тоже очень хорошо прилегает, не пережимает. Вот что я переживала, думала, что, может быть, будет пережимать там, где животик, но нет. Здесь тоже все хорошо, ничего сильно не пережимает, не облегает, скажем так. Единственное, да, что я скажу для тех, кто планирует носить их с топиком. С этой же коллекции есть топики к таким шортам. Под них нужно будет одевать специальное нижнее белье, потому что они сами по себе тонкие очень, да. Белье само не просвечивает, но швы, все вот эти швы, все пережимы от белья, они будут видны. Поэтому насчет этого подумайте. Вот, ну, я планировала их носить под длинную футболку. Тоже, я говорю, сейчас прикреплю фотографии. Посмотрите, шортами я безмерно довольна, на самом деле очень-очень классный, если честно, я даже не ожидала. Азик, у меня был, кстати, по цене хотела сказать еще, что мне шорты эти обошлись. Тоже, наверное, многих это интересует, да? Так, вот, шорты, велосипедки, цвет черный. 26,09 была цена каталога, и за них получается 20 рублей 87 копеек. Ну, как по мне, так это вообще просто шикарно. Все, вот такой небольшой заказик, по всем вопросам пишите.